Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Привет всем. Ждем народ. Пока ждем народ, лайкаем, ребята. Сейчас будет обзор квартиры у нас под управлением. Обзор Влада. Влад, всем привет. Ждем народ, ждем всех подсоединившихся. Пока лайкаем, ребята. Здорово. Привет. Ждем народ. Сейчас будет 60 человек. Лайкаем пока, ребята. Пока лайкаем. И будем делать обзор на квартиру. Сколько стоит? От 15 тысяч. Здесь на маленькую квадратуру. Здесь, пожалуй, самая лучшая планировка, которая может быть. Привет, Алдан. Сколько хата стоит? Ребята, сейчас все будет. Пока лайкаем. Сейчас народ наберется. И начнем обзор. Привет из Сибири, как всегда. Привет, Сибирь. Лайкаем, друзья. Сейчас все будет. А чтоб народ нас увидел, чтоб народ присоединился. Вот уже 36. Прибавляется народ. Разгоняется трансляция, ребята. И сейчас будет обзор. Уже 40 пока человек. Вопрос, смотрите. Кто знает, что это такое? Что такое, ребята? Пока вопрос. Влад. С Владом поделились. Живичка, лесная жвачка, живичка. Вопрос и сразу ответ, да? Сибирская, да? Ну, откуда, да? С Красноярска. С Красноярска. Салам, Салматы, Алматы, привет. Лайкаем. Хорошо, говори уже. Хорошо, жмем экраны, друзья. Итак, такая вот у нас смола, да, ребята. Кухонька, стол, что у нас здесь есть. Квартира в проекте City Garden Pret&Nac, 32 заявленных квадратов. Вот, отличная планировка, здесь скошенный угол. Да, сейчас Влад покажет, как оно работает. Привет с Приморья. Рядом такая штука, встроенные шкафчики. Встроенные шкафчики. Вообще отличная планировка. Это потому что не лайкать, трансляция виснет, ребята. Надо лайкать больше. Жать на экраны будут сердечки. Электроплитка, тостер, чайник. Квартира полностью укомплектована. Вся посуда есть. Привет, ЕКБ. Полностью все готово для жизни, ребята. Все новое абсолютно. Приветствую. Сам урока, весь набор, все есть, все для жизни, вплоть до всех мелочей, полотенчиков, тряпочек, губки, даже тапочки есть. Окей, Альфин, чуть погоди, отвечу. Это у нас спальня, queen size, здесь еще шкаф есть. Это под аренду и под продажу, ребят. Продажа 2-300 такой квартиры. У застройщиков все квартиры подобные выкупили уже. Осталось у них две квартиры на тайское имя. Лай. Да. Так, мы пока сюда сушилку для белья повесили. Она вообще должна быть на балконе, да. Здесь душ. Вот смотрим. Все новенькое абсолютно, как говорится, солидульное. Блин, почему виснет? Кондиционер, два кондера, да. Самое главное, бассейн есть. Да, сейчас будет у нас трансляция с первого этажа, там будет и территория, и все. А по аренде у нас годовой контракт здесь 15 тысяч. На полгода 18 и 25, это у нас один месяц проживания.
это все в батах, что в рублях приблизительно умножаем на 2. Да, виснет. Этаж, третий этаж. Ну и здесь не солнечная сторона, это хорошо, то что по электрике не будет много нагорать. Вид на сад и на соседний дом. Но кто долго живет, понимает, что это гораздо лучше, чем вид на море, когда у тебя квартира греется. 2300, да, продажи, третий этаж, 32 заявленных квадрата, но там сейчас... Переметровка идет, я думаю, 31 все же.